Ты отлично выпил. А ты еще кто? Забудь, тебе надо выпить. Вишенка, у меня во рту пересохла. Ха-ха! Это мои девочки для развлечений. Мне мало одной женщины, так что без двух никуда. Я их каждую ночь довожу до изнеможения. Зачем им одеваться, когда я их все равно раздену? Эй, выбирай выражение, чучело. Я им не плачу. Они заботятся обо мне, а я забочусь о них. Развлечься мы не прочь, когда приходит ночь. Есть, пить, рыгать и трахаться. Ха-ха-ха-ха. Тут меня никто не достает. Могу делать все, что хочу и с кем хочу. Наливай, не стесняйся. Возьми из бара. Я не доверяю тем, у кого в руках нет выпивки. Правда, людям с выпивкой я тоже не доверяю. Ха-ха-ха-ха. Без проблем. Я разве уже тебе не разрешил? Тебе нужно больше пить! Че тебе надо? Выпить не хочешь? Нет? Ну, как знаешь. Закрой дверь с той стороны, чучело. Глядишь. Ух ты! Ты настоящий жеребец! Меня зовут Фантазия. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Дуки не любит, когда на мне много одежды. Он говорит, что не любит тратить время зря. Он не так плох. Он умеет быть смешным, и он точно знает, как укатать девушку. Да и потом, здесь я в безопасности. Я бы не стала доставать оружие, даже чтобы просто ему показать. Его паранойя может сильно сократить жизнь. Не стоит ввязываться с ним в дуэль. Стрелок он и правда отличный. Может, это неплохо для него. Я просто увязалась следом. Он отлично стреляет и знает, где раздобыть выпивку. Это, ну, дом Дукова. Он здесь живет. По большей части он только пьет и трахается. Он не так... Лучше я буду шлюхой, но живой шлюхой. Пока. Привет, дорогуша. Меня зовут Вишенка. Чем могу помочь? Разумеется. Почему я еще остаюсь с этим старым козлом? Ты же не думаешь, что я его люблю, правда? Он старый извращенец. Единственная причина, по которой я терплю его самого и его потребности, то, что здесь я в безопасности. Он сначала стреляет, а потом задает вопросы. Не пытайся достать оружие, когда он рядом. Скорее всего, он тебя пристрелит. А стреляет он отлично. Ты редкостная свинья. Я делаю это только потому, что с ним я в безопасности. Он намного круче, чем кажется. Правда, я не уверена, насколько его хватит. Только если ты заберешь меня в Ривет-Сити. И не думай, что я буду позволять тебе то же, что и Дукову. Мы будем спать отдельно. Подожди, пока я соберу сумку. Чш,
черт, забыла. У меня же ничего нет. Тогда просто пошли отсюда. Тебе вишенка не попадалась? Кажется, эта тварь сбежала от меня. Тебе нужно больше пить! Ха-ха! Да? Чем быстрее мы там окажемся, тем лучше. Драпаем! Бы мог подумать. Спасибо. Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь. Я на службе. Давай побыстрее. Ага, пока. Привет. Рад тебя видеть. Чувак. Здравствуйте, мистер. Да? Пора закрываться. Завтра с утра опять все по-новой. Ты отлично выглядишь. Да, да, ты мой герой. Только не слишком сдавайся. Но если серьезно, то спасибо за помощь.